Привет! Ты на канале Кайстример, и сегодня посмотрим свежую адвенчуру с головоломками Guardian Rooms 2. Демка вышла 5 января. Давайте посмотрим, давайте заценим. Guardian Rooms 1 вышла, по-моему, 3,5 года назад. У нее сотни положительных обзоров. Но для этого жанра очень даже неплохо. Так, в конце концов, этим днем ты наконец-то закончил все процедуры, связанные с получением наследства. И в результате... ты стал частью верхнего эшелона общества 1%. Ну, как бы топ 1%, видимо, по, может, имуществу или чему-то. Или хотя бы в топ 10%. Ну, короче, мультимиллионер долларовый. Ну, хотя, может быть, топ 10, наверное, не так жирно. Ну, ладно. Так, ну, самое важное. Ты сейчас готов насладиться... в общем, своей наградой. Ты ходишь по своему особняку и рассматриваешь варианты для выходных. И, короче, дверь почему-то за тобой закрылась. Где-то ты ходил по особняку и что-то там. Хорошо. Добро пожаловать в пролог. Ну давайте посмотрим, какие современные румэскейпы. Так, двигаться понятно. Взаимодействовать. Открывайте с помощью эскейпа, это понятно. Для взаимодействия левая клавиша мыши. Читайте документ, который подняли. Эскейп, так, это... Ну, как переключиться? Когда закончите читать письмо, закройте меню и откройте коробку на стойке, наверное. Так. Документ. Моим любимым родственникам. Дверь за вами закроется. И я надеюсь, это сообщение вас достигнет. Найдите способ выбраться. Блять, как содержательно. Ну хорошо. Да хватит ты дебильные подсказки пихать. Херню какую-то там пишет. Ну, уже так все понятно. Надо найти ключ. Ну, что это за бредовая подсказка? Давай, убирай ее. Можно убрать идиотские подсказки. Тут где-то это есть. О, тут русский есть, ни хрена себе. Ты должен найти ключ. А ты должен заткнуться. В первую очередь. Теперь, когда у вас есть ключ, ты наконец можешь открыть коробку. Вперед. Тут еще код нужен, чтобы действительно открыть. Ну где же он может быть? Панель подсказок. Да ты заколебал просто. Дай поиграть. У подсказок несколько уровней. С каждым уровнем они станут все более конкретными. Следующему уровню. Ну хорошо, хорошо. Ну что, пока я это не сделаю, ты не это. Присядь, осмотри книжную полку возле решетки. Вот решетка, правильно? Где тут еще решетки? Ты видишь решетки? Значит, книжная полка. Присядь.
Да, тут без подсказки не... 1, 2, 3, нихера себе, действительно, вот так подсказка. Возьмите статуэтку в открывшемся отсеке. Это все, что тебе нужно знать на данный момент. Не забудьте решить головоломку, чтобы спастись. Удачи, веселого времяпровождения. А, ну, короче, вот сюда эти ставятся. Фигурка цыпленка. Ну, разберемся. Как удивительно, это снова мой дядя. Интересно, есть ли в этой фотографии что-то большее, чем кажется на первый взгляд? Смотри, оранжевое 2, двузначное число. Зеленое однозначное. Не могу отрицать, мой дядя всегда умел жить. Это кленовый пекан. Вкусная штука. Дядь понимает толк. Никогда не видел таких карт раньше. Очень необычно. Это 32 листа. Дядя опытный. Никогда не видел таких карт. Так, ну молодец. Несколько недостаточно, хотя и вполне здоровая еда. Не понял. Я не буду никого звать на помощь, я сам справлюсь. Да, конечно. Угу. Ага, короли. Червушка, бубна. Так, красная... Черная. Ну, тут можно очень много вариантов придумать. Самовар. Не только яблоки, но и винные бутылки повсюду. А бабки ты еще оставил? О! При всех этих книгах вокруг до сих пор нет ни одной, посвященной побегу из комнат головоломок. Металлическая лопатка, испачканная каким-то пеплом. Я думаю, здесь точно не место. Лопатка позволила легко вытащить эту фигурку из огня. Но вопрос остается открытым. Стоило ли оно того? Утка. Так, здесь 5 фигурок. Ну, 5 фигурок даже расставить-то. Порядок. До хрена вариантов. 5 факториал получил. 120 вариантов. Ну, если имеет значение порядок. Может просто поставить, тогда не важно. Кто не любит музыку? Моргенштерн, может Лягушка, лягушка, хорек. Смотри, 2, 9. Лягушка. Так, 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 так. Лягушка.
Нет, это не нужно трогать. Так, хорек. Где еще может быть? А вот же лягушка, ну ё-моё. Открывайте, суки. Покер рум. Texas Hold'em. Чек. О, что-то непонятное. Ну смотри, я сразу разгадал, но... Где моя награда? Я не понял. Так, 2, 11... Шестьдесят один. Так, 4 стула. Я знаю головоломку с 2 стульями. Ну смотри, 1, 2, 3, 4. На синем стуле 11. На розовом 2. Так, 61 и 9, да? 61 и 9. Всем не туда кручу. О! А, это кто может стоять рядом, а кто не может? Ну, это же ясно, понятно. То где фигурки взять? А тут больше ни хера нет. Так, 4 короля. А, вот это, ну, это не очень сложно. А может быть... Ну, ёб твою матрицу, давай, возвращай назад. Так, там красные были. Значит, сначала червы это 5. Бубны.
9, да? 5, 9. Ой, надо смотреть. Так, 5, 9, 6. Открываете. Фигурка обезьяна. Ну вот здесь, конечно, обмудохаешься. Подожди, ну здесь же должен быть вот этот пазик, правильно? Так. Если это так важно, как и дорогой внешний вид, значит, я на правильном пути. О, смотри, тут какая головоломка. Так, а это вернуться назад, видимо. Это все? Дядь, ты дебил. Это очень хороший шлем. Если мне когда-нибудь понадобится такой, я знаю, куда прийти. Фигурка кролика. Так, ну я, короче, не могу найти последнюю фигурку. Ну, здесь вроде не с чем взаимодействовать. Ну вот это что мне дало? Фигурка стервятника. А, все. Не фартануло, прикинь. Так, ну давайте подумаем. Он говорит, не надо вот так ставить. Ну, вот это еще интерпретировать можно рядом или вот именно так вот. Это должно быть так, не должно быть.
А, что здесь, наверное, все неправильно. Типа, вот это стоит левее этой. Ну, вот это обезьяна и петух. А здесь, видишь, местами они переставлены. Вот эта птичка и утка. Эта птичка и утка, они не той пассажир. Кролик. И это тоже переставлены местами. Все понятно. Просто, значит, обезьяна должна быть правее петуха. Ну, чего? Ну, надо определиться, кто у нас будет первый. Ну, давайте первая утка. Проверяем. Если первую мы поставили утку, может ли быть первая утка? Ответ нет, не может, потому что она должна быть правее стервятника. Все. Смотри, уже как сколько вариантов убрали. Значит, может ли быть петух на первом месте? Тоже не может. Нет, подожди. Ну да, 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 он не может быть, потому что левее должна быть обезьяна. Значит, не может быть ни петух, ни утка, ни обезьяна, ни стервятник. Только кролик. Только кролик может быть на первом месте. Ну все, остается уже 24 варианта. И хера, конечно. Ну хорошо, кто может быть следующий? Может ли быть петух? Также не может. Обезьяна может быть? Обезьяна может быть. Так, хорошо. А утка может быть? Нет, не может быть. А стервятник может быть? Не может быть. Значит... Только обезьяна? Подожди. Петух может быть? Нет, не может. Утка не может. И стервятник не может. Что-то как слишком просто кажется. Обезьяна сюда? Так, петух может. Стервятник может идти дальше. А утка не может. Ну хорошо, давайте смотреть. Так. Петух. А, здесь сначала стервятник. Стервятник. Все. Нет, не все. А звук же был, и трогать уже нельзя. А что же открылось? А, музон. Нет. А, это еще одна комната. Ты что думал, расслабить булки так быстро? Используется витиеватый ключ. Если этот... Что-то не хватает. Мозгов. Айвазовский, наверное. Хотя мне нравится слушать музыку. Мне говорили, что другим не нравится слушать мою музыку. Это переведено, видимо, великолепно. Я бы что-то не понял. Большое колесо размером с мою голову, но гораздо меньше, чем огромная голова моего дяди. Слушай.
это коробка с печеньем. С бельгийским. Еще одна запертая дверь. Наверное, это открыт, скорее ищу головоломку. А, вот так. Какие головоломки. Реально нечем заняться. А, и вот так вот всегда унизительно. Он тут чередуется еще, хер поймешь. А, ну ёпта. Блять, тебе надо, а какой? Ага, это... Я все перепутал. Вниз тут ничего, тут что-то совсем просто должно быть. Просто из-за того, что что-то мешает, он делает только часть хода. И сразу запомнить нельзя. Надо выйти на площадку, записать ходы, и тогда уже будет понятно, какая кнопка чему соответствует. Хрень какая-то. Ну, странная головоломка. Да? Нет? А, теперь еще вот эту. Так-то просто. Еще не видно ни хера. Как бы мне вот этот вытащить. Мне не нравится. Вот здесь как будто застрял.
Серьезно? Довольно простенько. Вот такие вот они, современные RuneScape. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующих видео. Всем пока.